Богдан, при этом, вот если мы говорим про систему, вы известны как человек экспромта. Многие ваши подопечные говорили, что вы там чуть ли не за час, за 40 минут до выступления можете поменять как бы концепцию. Вы вот то, что называется адреналинчик, вам нравится вот эта атмосфера челленджа, такого вызова, или это просто вот такие творческие порывы, и вы должны оказаться в такой ситуации, ну, такой стрессовой, для того, чтобы вас осенило? Вы прям все вместе ответили на все вопросы, все сказали, потому что на самом деле в вашем вопросе есть все, что преобладает. Вы же не хотите преобладать. Нет, есть все, есть и определенный перфекционизм в плане того, что мне всегда кажется, что что-то недоделано, что я где-то промахнулся там, если мы берем постановочную работу. Это ведь очень рискованно менять на ходу. Вот рискованно, но я, для меня важнее, я вижу ошибку, которую я совершил, если я ее увидел даже за 40 минут, я понял, что это не так сложно это исправить, но я вижу эту ошибку, которую я еще вчера не видел в плане там выстраивание номера, какой-то кульминации номера, развязки номера, жеста, которого не хватает для того, чтобы действительно он попал, то я буду все равно говорить. Понятно, что второй мне скажет, человек, да уже и так все прекрасно. А я вижу, что не бывает, и меня не остановит момент того, что осталось 40 минут. И за минуту еще можно все исправить. А адреналинщик определенно, конечно, потому что только на драйве вылетают какие-то очень важные вещи. В общем, на самом деле я себя ругаю, у меня есть эта болезнь, дотягиваю все до последнего, и вот искать себе кучу причин, по которым я могу, я не должен пока этого делать, я должен накопиться, а потом в последний момент, когда уже все на взводе, вдруг начинаются приниматься какие-то решения, причем это несознательное решение, это так получается. Я честно, искренне хочу все сделать заранее. Ну просто оно как-то... То есть это интуиция какая-то? Не происходит. Это результат какого-то анализа, который вдруг вот достиг критической массы и выстрелил? Или это вот на нытье какое-то вы видите что-то? Просто банальнее все. Просто не получается заранее. Вот просто не получается. Просто ты начинаешь заранее, но на тобой не висит дамоклов меч времени. Ты позволяешь себе думать, ты понимаешь, что не рождается, вот этого пика не приходит. То есть просто все хорошо, все средне, ты делаешь, да. Но нет вот этого, ну, адреналина, о котором вы говорите, кто-то тебя не колет, потому что просто не рождается в спокойствии, в заранее не рождается. Почему не рождается, не знаю. Это, наверное, к психологу надо идти. В этом плане, конечно, огромный подарок судьбы для меня телевизионный проект, в котором я работал и продюсировал 10 лет, в плане того, что вот это ощущение, что раз в неделю мы должны показать все эти танцы, их будут оценивать и большой жюри, и главные телезрители, и главное их будут оценивать, ну, рейтинг должен быть, то есть это, и ты не можешь себе позволить вот этот накал еженедельный, у тебя много пар, ты должен держать. Он, с одной стороны, просто выхолащивает тебя полностью там, за эти полгода, но я абсолютно опустошенный выхожу из проекта. Но драйв неимоверный.